Аффирмации для актеров и актрис. Камера, мотор, начали. Я сам создаю свое счастье. Я создаю свою собственную актерскую дорогу, я точно знаю, что делать, чтобы добиться успеха. Я точно знаю, что делать, чтобы добиться успеха. Я уникальна. Я уникален. Мне приятно быть самим собой. У меня отличная память, и я с легкостью запоминаю реплики. Меня находят роли, которые выводят мою карьеру на новый уровень. Каждое мое прослушивание – это возможность добиться успеха. Каждый человек, которого я встречаю, может преподать мне урок. Мой представитель, агент, это мой товарищ по команде, и он здесь ради моего успеха. Мои коллеги-актеры, собратья по творчеству, в путешествии, по киноиндустрии. Мой свет не тускнеет, когда светит кто-то другой. У меня есть сила привлекать деньги, и мой доход становится выше. Каждое выступление – это возможность показать миру мою страсть, искренность, профессионализм. Я постоянно развиваюсь, чтобы стать лучше. Отказы – это кратковременные неудачи, а не глобальные катастрофы. Я беру себя в руки и продолжаю прослушивание. Хорошие роли сами находят меня. Мои самые большие актерские мечты реализуются легко и радостно. Прямо сейчас я привлекаю сценарии и роли, которые выводят мою карьеру на новый уровень. Актерская игра – это бизнес, и я отношусь к ней серьезно. Я – бренд. Я одаренный актер, актриса, и есть тот режиссер, кто заметит мой талант. Я сам создаю свои возможности. Каждое прослушивание, отснятая мною проба, оттачивает мое мастерство. Мои самые большие актерские мечты реализуются легко и радостно. Актерская игра – моя страсть, и я занимаюсь ею ежедневно. Я принимаю успех и приветствую его. Я поддерживаю своих коллег-актеров. В каждой сцене я выявляю лучшее в своих партнерах по фильму. Я учусь у своих коллег-актеров. Я знаю мою цель в актерской профессии и уверенно иду к своей профессиональной цели. Мои самые большие актерские мечты реализуются легко и радостно. Я работаю над потрясающими постановками с замечательными людьми. Я учусь на отказе. Прямо сейчас я привлекаю сценарии и роли, которые выводят мою карьеру на новый уровень. Для меня важна каждая роль, и большая, и маленькая, и я воплощаю их с воодушевлением. Я изображаю своих персонажей с уважением и нюансами и привношу в свои роли уникальный ракурс. Когда я выступаю на сцене, снимаюсь в фильме, я становлюсь своей ролью, а моя роль становится мной. Роль моей мечты неизбежна. Я не сравниваю себя с другими. Я благодарен за свой прошлый успех. Я благодарен за те роли, которые дает мне Вселенная. Будда говорил: то, что вы думаете, тем и становитесь. То, что вы чувствуете, то и притягиваете. То, что вы представляете, то вы и создаете. С вами была Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. Подпишись на канал, ставь лайк и поделись этим видео, ведь для кого-то оно будет полезным. Удачи всем нам! Пока-пока!